Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. Здравствуйте, ребятишки, с вами Рирс. Мы продолжаем играть Сабнотику и... Не сохранилось у нас прошлый прогресс. Постройка базы, собирание ресурсов и прочей херни, блин. Опять заново собирать фрагменты на водолёк, на опреснитель. Сейчас нам нужна еда. Я вот тут плаваю, собираю еду, блин, себе. Чтобы хоть как-то немного, блин, прийти в себя. Базу отстроил заново уже. Но, блин, половины ресурсов тупо нету. Те, которые мы собирали. Еды вообще так нету. А еды мы там насобирали очень много, ребята. Ладно, сейчас насобираем, что есть. Нам нужен пузырь. Рыба. Да я вижу, блин, хватит мне об этом говорить. Хорош. Вот эти вот... Почему здесь автосохранения нету, а? Вот кто мне скажет? Раз 10 минут сохраняйте, блин, автоматически. Это ёперный бабай, а? Нахрен мне это надо каждый раз перезагружаться. Кто это вообще придумал? Вот еще рыбу поймать не могу. Батарейка села, блин, в этом... В глайдере. Вон рыба пузырь. Надо собрать ее. Пока я тут с голоду не сдох. Опреснитель не работает, потому что его нету. Вообще все очень плохо. Ну вот сейчас выживаем, твою мать. Пытаемся тут. Да. Вот рыба пузырь. Давай к нам плыви. Оп. Отлично. Еще. Вот еще плавают. Надо пособирать их. Как-то слишком быстро кончается. Вот почему нельзя завалить какое-нибудь большое животное, и чтобы с него добывалось очень много еды на будущее. Там, допустим, еды и воды сразу нахрен. Ну, это же игра про выживание. Ну да, видимо, это вот искусственное растягивание игры. Знаете, вот эти вот приколы всякие. Что игра сама по себе короткая, пипец. Тут контента не так много, тут можно реально за пару серий всего достичь. Если прям разбираться в ней. По пунктам все делать быстро. То да. Можно это быстро сделать. Но вот и за счет вот этого, что нужно постоянно пищу себе искать. Постоянно собирать ресурсы в конских количествах. Ни хрена нигде не написано, что из чего добывается. Все надо наугад делать. Пойти туда, идти сюда, там, либо Википедию читать, чертову сидеть. Ну, не знаю. Рассказали бы хоть основные ресурсы, что из чего добывается. Чтобы знать-то, как тут выживать вообще надо. Понятное дело, для тех, кто играет давно, мое прохождение покажется нубским пипец, оно такое и есть. Ну, блин, ребята, вы же должны понимать, новая игра. По-другому здесь никак. Я вот в Википедию играть не хочу. Сидеть вот на Википедии, постоянно читать, что из чего добывается. Так же интересно. Надо же самому понять, что из чего нужно добыть. Я сейчас хочу вообще сделать, знаете что, ребята? Вообще хочу батарею сейчас замутить. Батарея, медная руда, кислотный гриб. Медная руда. Несколько сделаем батарей. Кислотного гриба у нас мало осталось. Да, не так уж и много. Батарейку. Там нужно слиток титана на конструкцию эту для постройки, так сказать, как она называется, короче. Короче, пофигу. Надо и все. Для той фигни. Короче, вот так вот. Вот так вот объяснил, как царь. Так это не собирается, окей. Ладно, Аврора у нас где находится? Давайте посмотрим. Там Аврора, там лес. Идем в лес собирать ресурсы. Все просто. Собирать ресурсы, собирать, сканировать объекты.
Нам нужен мотылек сейчас. Первым делом будем сканировать до мотылька. Сборщик транспорта у нас уже есть. Мы его собрали, получим с него руду. Что тут у нас? Сборщик транспорта опять. Отлично. И еще один сборщик транспорта. Как увлекательно. Плывем вглубь до Красного леса. В Красном лесу Аврора находится. Ой, Аврора — это циклоп, корабль здоровый такой. И... Тихо ты. Вот он. Тут еще пособираем ресурсы, потому что нам нужна руда. В основном нам нужен титаний. Гравий-пушка. У нас, по-моему, есть такая. Да хорош ты, а. Так, один у нас есть только. Полетели наверх. Блин, надо было еще баллон взять с собой один. Вот это вообще пипец. Да, и нужно нам новый костюм замутить. Еще что-нибудь замутить. Всего нам нужно дофига. Плывем дальше. Соли мы соберем, конечно же. Так, тут сразу два объекта. Гравий-пушка у нас собрана. Отлично, спасибо. Это что? Вот, вот это нам нужна. Есть, отлично. Можем ее построить уже пойти, в принципе. Так, теперь нам нужен мотылек. Фрагменты его должны валяться. Они такие белые, короче. Так, титан. Вот, это циклоп. Это не мотылек. Корпус циклопа. Так, на обратном пути возьмем вот этой вот хрени. Нам нужна будет смазка. А, я смазку так и не нашел, с чего делается. Или там силикон, или смазка, что-то такое. Я вот не помню, если честно. На последнем дыхании. Вот мотылек, отлично. У нас, по-моему, ни одного фрагмента нету мотылька. Да. Вот только один мы собрали. Сейчас мы сразу его соберем, и в этой серии, может быть, мы его построим. Но не факт. Вот я вижу дофига объектов. Опять яйцо там валяется какое-то. Корпус циклопа. Ой-ой-ой, как пролагало, это жестко. Ты чё? Отвалите. Черти. Да отстань ты от меня. Нападаю. Чего вы нападаете-то? Не нападаете. Оп, заныриваем. Опачки. Корпус циклопа открыт. Только корпус. Там еще мотор какой-нибудь нужен, да? На него. Еще какие-нибудь другие приколюхи. Вот, рубёк тоже пособираем. Так, мотылек у нас на сколько? На 60% всего лишь. Еще собирать и собирать. Ой, что такое? Так, окей. Ищем, ищем, ищем. Блин, а циклоп быстрее собрал, чем мотылек. Воу. Вот туда нам нужно по-любому. К этим обломкам. Но там, скорее всего, ребята, будет... Как эта хрень называется? Все печально.
Так и называется, в принципе. Блин, вот свет отражается только... Так тупо это сделано вообще. Неправдоподобно. Вы поняли, да? Кто тут нахрен? Страшно же. О, мотылёк. Может, еще где-нибудь есть здесь? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Блин, нету. Ладно, всплываем. Успеем, не успеем? Да, ты пойди, успеем. Что-то ничего страшного не будет. Опачки. Жрать опять у нас персонаж хочет. Какого-то хрена. Все, собрали. Так, отлично. Все, теперь, короче, нам нужна либо смазка, либо силиконовая хрень. Вот в эту сторону нам надо. Найти водоросли, собирать с них штуки эти интересные. Да, нам, в принципе, хватит, влезет парочка. Чтобы сделать силиконовую основу. Все отлично, думаю, будет у нас. Сразу пилим сейчас тогда батарейку. Кислотные грибы там у нас возле дома находятся. С этим проблем вообще никаких не будет. Отсюда нам нужно вот эти штуки пособирать. Сколько это возможно? Раз. Одну только. Блин, придется опять плыть сюда. Плывем до базы. Кислотные грибы. Влезет место у нас? Ну, влезет. Пособираем. Инвентарь полон. Отлично. В принципе, у нас заряжена станция, да, вот это? Должна быть. Да, энергии сотка из сотки. Так, сразу пилим. Батарейку. Батарейку. Силиконовая резина нам нужна, да? Так, дальше смотрим. Для этого что нам нужно? Смазка. Я вот не нашел, из чего она делается. Блин, на Википедию что ли идти? Так не хочется, твою дивизию. Силиконовую резину сейчас сделаем. Угу, сделали нахрен. Ну, слиток титана тогда давайте сделаем. Раз на то пошло. Отлично, есть. А, подождите. Свинцовая пластина. Смазка. Горсть семян водорослей. Есть у нас такие. Вот она из чего делается. Горсть семян водорослей. А, вот из этих она делается, окей. Все выкладываем. Фонарик нам тоже не нужен, ножик возьмем. Вот это все сюда. Сюда, сюда, сюда. Все, тусуемся. До конструктора. Блин, батареи я все выложил, да? Конечно же, да. Ладно, нам поди хватит 7% доплыть до сюда. До того самого драгоценного. Они туда плыву опять. Местечко. База у нас там, там сразу лес находится. Все, плывем туда. Там, где лес.
И собираем эти желтые хрени по максимуму вообще. Я что-то ни одной не вижу. И вот это печально. Нет, вот они зеленым светятся. По фулам просто все забиваем, весь инвентарь. Этим ресурсом полезным. Инвентарь полон. Всплываем. Так, образец водорослей нам, по-моему, нужен был один для чего-то интересного. Тихо ты, тихо, все нормас. И по поверхности плывем домой. Делаем смазку для начала. И силиконовую херню эту. Там нужна нам слиток титана. Есть у нас энергоячейка сейчас будет. И смазка. Все будет, короче. Сейчас построим, посмотрим, из чего делается уже мотылек. Так, вот база наша. База наша меньше стала немного. Но мы потом в будущем сделаем ее больше, конечно же. Пока такая. Чтобы слишком сильно не мешать строительству. Смазку пилим. Одну штучку. Резинку. Все отлично. Так, батарейки. Титан. Все, вроде ничего больше не надо было. Энергоячейка. Все готово. Все на месте. Строим. Все, назначили на четверочку. Погнали, посмотрим теперь, что это такое. Разложим его. Транспорт. Титановый слиток, энергоячейка, стекло, смазка. Фух, изи. Изи просто. Стекло 2 и смазка. Сейчас быстренько это замутим. Так, пускай он здесь будет, да? Или возьмем его с собой? Давайте возьмем его с собой. Все. Поплыли с ним. Хотя нет, давайте его разложим, пускай здесь будет над базой прям. Ничего же с ним не будет случиться такого серьезного. Опять нам нужна смазка. Две смазки нужно сделать теперь, получается, да? Для энергии ячейки, не для энергии ячейки. Титана, я думаю, нам схватит там. Стекла тоже хватит, кварц есть. Стекла два штуки надо. Потом нужно нам, значит, будет... Во все это замечательное действие. Это скалываем. Дофига батарей наделать же, да? Ну, мотылька. Шесть водорослей, все отлично. Валим. Посмотрим, что из этого будет. Да, батареи там по-любому нужны будут, ребята. На чем-то же оно передвигается, это как вот с этой штукой, с глайдером, с морским. То же самое, твою мать. И на всякий случай, ага, не хватает там на всякий случай. Так, ладно. Медная руда сюда идет.
титан идет сюда. Сразу слиток титана проектируем. Походу нам на батарейку-то не хватит. Кварц. Сразу пилим сюда. Мутим стекло два штуки. Раз. И два. Все, за грибами. Вот они прямо здесь. Очень весело. Хватит, короче. Две батарейки нам надо сделать. Твою мать, я забыл про силиконовую резину. Ладно, на все батарейки тогда пилим. Все, ничего не хватает. Окей. Ой-ой-ой. Это уже нужные предметы пошли. Кто-то с собой возьмем. Хотя нет, выложим. И еды приготовим тогда. Оп. Жрайтон, бич. Бич. Коровы эти морские. Было бы прикольно, если бы можно было приручать еще животных здесь. Свои фермы мутить. Хотя здесь можно, по-моему, фермы свои мутить. Огородики есть. Надо нам на остров сплавать. Сейчас мотылек будет. Пойдем, короче, плавать везде. Повсюду. На Аврору сначала сходим. Там нужно будет, конечно, костюмчик замутить себе, сделать пушку и потом уже идти на Аврору. Этим займемся уже в следующей серии. В следующей серии. Следующий. Личное слово, да? Следующий. В следующей серии, короче, займемся этим. 5, 6, 7. Отлично, валим. Следующая серия у нас будет посвящена именно Авроре уже. Если мы, конечно, в этой серии успеем сделать его мотылек и немного на нем поплавать. И что мы тогда? Тогда костюм еще сделаем для радиационного. Хыш. Нормально тогда мажет. Хавка нам нужна будет. Это я вне серии уже о хавке позабочусь. Welcome to boat, Captain. Thank you very much. На всю резину силиконовую наделаем. Стекло, хлорка, смазка, магний, свинцовая пластина. Сетчатое волокно. Образец водоросли. Вот понятно, я понял теперь, из чего сетчатое волокно делается. Так, сразу глянем. Свинцовая пластина. Блин, свинцовая пластина, конечно, это да. Батарея. А, из двух батарей. В принципе, тогда несложно. Ладно, так. Что там, титан? Батарея, 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 батарея. Смазка, смазка. Энергоячейка. Хера она здоровая. Одной пока хватит. Все, тусуемся. Наверх. И чиним. Делаем, точнее. Стекло забыл. Вот я дракообразный-то. Ёперный бабай. Где стекло? Все, отвалите. Я делаю мотылек. Оп-оп-оп-оп-оп. Нарисуй его мне.
Вон его колдуют дроны. Ух, сейчас погоняем. Погнали. Энергия. Здоровье. Блин, ну крутая тема. Фары есть. Все есть. Для него бы гаражик еще замутить. Ладно, будет у нас здесь устоять. Ну офигенный. Ура! У нас есть свой субмарин. Так, теперь нам что нужно сделать? На нем поплывем. Блин, ну главное не цеплять ничего. Немного непривычно. Образец водоросли нам нужен. Из него делаем волокно. Пять. Угу. Две батареи. Это медь нам нужна. Идем, короче, в красный. В красный биом. Вот он. И здесь собираем ресурсы. Хотя нет, медь, по-моему, ближе была. Можно и здесь медь пособирать. Все, погнали. Отлично. Так. На что его назначить? На 5. Пускай будет на 5. Титан, титан, титан. Медная руда, отлично. У нас, по-моему, много не влезет, да? Все уже. Уже ничего не влезет. Так. Погоди, а где мотылек? Он же должен на карте. Ты вот он, твою мать. Все, валим. Валим до дома. Сначала делаем сетчатое волокно. А, непонятно, быстрый он или нет. Но зато знаете что? У него есть кислород нахрен внутри. Это получше. Он еще может всплывать вот так вот замечательно. Ой-ой-ой, тише, тише ты. Как же неудобно-то им управлять, оказывается. Вообще жесть. Мотылек. Какое красивое название, да? Все читаем волокно. Мутим на все. Оно нам потом пригодится. Не густо. Да, отлично, все сделали. Свинцовая пластина нам нужна, теперь две штуки. Но это надо 4 батареи, да? Меди у нас, посмотрим, поскребем по сусекам. Меди у нас нету больше нигде вроде, да? У нас одна штучка меди только. Ребята, это очень плохо. Это пипец как плохо. Все это сюда скинем сейчас, пока что. На первое время батарею с собой возьмем. И отправляемся за медью. Отправляемся уже на нем. Где-то здесь были туннели такие. Так вот. Нужно вот таких пособирать пока что. Титан. Суицидники эти чертовы сейчас взрываться будут. Caution. 30 seconds of oxygen remaining.
Титан опять. Медная руда, отлично. Возьмем? Возьмем. Титан. Еда еще нужна. Ладно, ребята, давайте, наверное, костюм уже в следующей серии сделаю. Я сейчас вне серии пособираю эти ресурсы все, а с вами, наверное, попрощаемся. В общем, давайте, ребята, всем спасибо, что смотрели, спасибо за лайки, за репосты, за ваши. Вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте подписываться на канал. Всем счастливо, всем пока. У вас есть свой проект, который очень медленно набирает популярность? Тогда я готов вам помочь. Самые низкие цены, высокое качество и большой спектр услуг. Ссылка в описании.